Универсиада в Чэнду – не только спортивное мероприятие, но и площадка для знакомства с местной культурой. Подробнее о том, как участники Всемирных студенческих игр приобщаются к китайским традициям, услышите далее. Традиционное искусство плетения из пальмовых листьев – совершенно новый опыт для этого спортсмена из Польши. Ощущение потрясающее. Мне очень нравится такая работа. Я люблю работать с бумагой, могу сделать оригами. Так что это отличный опыт. В дни универсиады спортсмены и участники делегации в свободное от соревнований время активно знакомятся с Чэнду, его историей, традициями и современным развитием. Особой популярностью у гостей пользуется кухня провинции Сычуань, в том числе местные сорта чая. Я люблю чай, постоянно пью его и в Польше тоже. Здесь мне очень понравился зеленый и жасминовый чай. Я купила их в подарок членам семьи. Также гости универсиады активно покупают сувениры с национальным колоритом, например, с изображением панд. Китайская культура обычно не так хорошо знакома жителям наших стран. То, как вы цените свою историю, своих предков, ваши письменности. И то, как нас дети принимают, с какой добродой, это очень необычно. Это не то, что мы должны воспринимать как должное. Это очень приятно. По словам участников универсиады, они надеются, что за оставшееся время пребывания в стране им удастся еще больше узнать о городе Чэнду и о Китае. Ван Тянь, Си Джи Тянь.